Могут ли оставить налогоплательщикам в 2021 году ЕНВД? Александр Водовозов из ФНС дал четкий ответ на этот вопрос. Насчет ЕНВД, скорее всего, с 2021 года отменят. Вы знаете, ответ, наверное, будет такой. В настоящий момент у налоговой службы сомневаться в этом оснований нет. Для упрощенки на следующий год предусмотрены новые ставки и лимиты. Александр Водовозов ответил на самые острые вопросы по ним. Например, надо ли индексировать новый лимит 200 миллионов на коэффициент дефлятор? Вопрос достаточно сложный. Проблема в том, что в текущем году размер ограничения для применения упрощенной системы налогообложения равен 150 миллионам. И чисто формально я должен 150 умножить на этот коэффициент дефлятор. Хотя в 2021 году предельный размер дохода будет 200 миллионов рублей. И вот это как раз является, ну, по сути дела, теоретической проблемой в нормальном, быстром применении и принятии решений по этому коэффициенту. Но я думаю, что ответ здесь достаточно там, разумный следующий будет. Так как на коэффициент дефлятора умножаются доходы, которые указаны в абзаце 1 пункта 1, вот так там норма звучит, а в данном случае речь не идет о конкретном размере дохода, речь идет всего лишь о фактическом объеме такого дохода, то, в общем-то, нет никаких препятствий умножить данный коэффициент дефлятор именно на сумму в размере 200 миллионов рублей.